И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на вышенных землях. Вот про этот скин я говорил, вот он клевый, и уж лучше бы его выдавали бы, как постоянные скины, но... И, кстати, не делайте вот так. Я когда так сделал, я просто офигел. Я думал, он типа будет махать тебе, это что-то типа это... Ну нет, здесь типа так, по шлемаку постучал и все. Но вот это... Чисто по горлу. Ой, это, блин, смешно, как минимум. Так, подготовились, собрались и погнали. Так, меч выложим. Чё у меня? Мне нафиг не нужен. Где он только найти бы его? Вот, и погнали. Я заблудился в своих дверях. А, ну не удивительно, что я заблудился. Ночь странная, прям ужас. Ужас. Ужасно. Пещера номер 3. Там меня ждут. Там и саблезуб, и карнозуб. Пошел ты! Пошел ты! Вот, я просто когда ставил телепорт, я видел, что это... я поэтому внизу у меня не получилось поставить. Думал, на богомольчике спрыгну. Ну ладно. Благо я не на богомолах решил это. Так сказать, идти убивать мантикору. Кстати, я бы попробовал. О, блин, открыл окно проветрить, а там... Ладно, сейчас буду. Триммеры, блин. Скиблин. Не, ну и ладно, я не спорю, это хорошо, это нужно. Но, блин, все равно. Так, ну я смотрю, мобов нету. Окей, все как обычно. Вот это сейчас серьезно... Я теперь боюсь в такие это нырять. Нет, я думаю, что туда нельзя нырять. Я бы сказал, что я уверен, что туда нельзя нырять. Ну и вас все. В смысле? Мне что здесь надо это? Обязательно на крюкошке перепрыгивать? Ну как, не на обязательно на крюкошке, но... Перепрыгивать через вот это? Так, агади. Или то все-таки можно падать? Ага, тогда есть спуск, походу, дела. Да бог с ним. Так, давай смотреть, что у нас здесь. Вот тут, походу, дела заблудиться вообще изи-изи. Изи-изи-бризи. Да, вот там проходочка. Резнюс! Твою саногу, блин. Я думал, я туда дальше упаду. Я просто видел сам сколько мобов, и мне что-то стало страшно. Так, а вот здесь вот спуск вниз, да? Это вода! Я через воду сейчас перепрыгнул, да? Еп. Ладно, я понял. Здесь вода. Окей. Окей, вода. Хорошо, отлично. Вода. Пустыня. Ну хотя да, здесь оазис, все дела есть, но блин, кому? Ладно, пофигу, короче, погнали! Погнали! К приключениям! Я надеюсь, мне под водой плавать не придется, потому что я все подводные костюмы и. Да пошел ты! Вот да пошел ты! Дурной! Я все подводные костюмы перерабатывал со словами: ну да, в пустыне мне, конечно, подводный костюм пригодится. Ага. Я их на компоненты раздроблял, блин. Ой, ё-моё. Ты чё, придётся-то бежать домой делать? Я очень рассчитываю на то, что мне не нужно будет. А, пошли в задницу! Вы чё? Дурные, что ли? Всё? А где вы? Вы что, прям в упор были где-то, завывали? Вы чё, вверху, что ли, там где-то? Не, ну как бы поверхность-то близко. Ну не так, чтобы я так услышал, как будто они в упор. Или внизу вы. Алло! Эй! Есть? О! Да? Здрасте. Ой, ты пошел. Стоит, там ждет меня. Так, кис вижу. Пошел ты! Хотя надо было сначала вот этого. Бич! Жалко 120, но все равно бы не притомил было. Пещерных же нельзя томить. Хотя, слушай, интересно, а можно ли томить тех, кто по левелу
подходят, типа, допустим, 120, это максимальный левел, который бывает. А, твою мать, сраная писина! Писина ты сраная! Писина! Ты откуда, тварь, упал? Вот ты писина! Ой, писина! Ой, писина ты! Кошмар! Кошмар! Так, я сейчас случай мне кругаляли сделал. Знаешь, кругаля сделал. Кстати, надо было парашют забабахать. Я уже давно пешком не ходил, я поэтому парашюты не таскаю. Да, типа, ну, кому, зачем? Он где-то там был? Ох ты, козел! Прятался такой. Оп, добрый вечер, смотрел вниз. Ладно, погнали скорее. Не тянем время. Так, у меня луна. Хелены! А! Не, больше так прыгать не буду, ну нафиг. Это как бы хоть и вода, но все равно сыкотно. Я после вот этого вот смерти с богомолом, я теперь вообще очкую у всех вот этих вот ямок. Хоп, хоп, хоп! Скорпион! Это он! Смерть от хвост! Да в смысле? Причем я даже не попал, по-моему. А, баллистик, твой садок, я сейчас забываю. Пуля немножечко все-таки падает вниз. Иди сюда, мать твою, я сейчас тебе покажу. А, дурак! Вот твой пультер пышта! Увидели, да, как у меня рука. Поэтому я не играю в хорроры. Далее, да, как у меня рука дернулась. Это еще цветочки, как у меня рука дернулась. Я тут сам здесь чуть с кресла не подорвался. Не, ну, камон, он такой маленький. Когда взрывается, он взрывается же как большой. Ну, в смысле, из-под земли вылазит как будто бы. Он же как большой. Косёв. Я вообще достал богомола, а не тебя. Ненавижу скримера. Я ненавижу скримера, реально. О! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Да в смысле? А почему потому попасть не могу? Во, попал. Дробинки в скелет попадали. Ух. Это было чертовски страшно. Ой, е-мое. Это было очень чертовски страшно. Ты он? А чё он такой синенький дымок? Интересно. Не, просто первый раз я понял, что это не он бы согрелся, а просто такой дымок синенький, какого фига. Блин, все равно жарко даже в этих штанах. Надо было, наверное, маскировочные лучше надевать. Они больше сопротивления жаре дают. Какой скелетон большой. Я бы сейчас обосрался, если бы здесь бы оказался голем, он бы встал. Я бы реально, я бы это, вот только вот это бы спасло бы меня. На всякий случай. Я всех ваших сородичей буду добивать. Ну, я голем сейчас говорю. О, здрасте. Не надо в меня плеваться. Да что ты? Так. Здесь да. Здесь, да? Интересно, что это было тогда? Почему я до этого не попадал? Плюс-минус миллиметр, что ли? Ой-ой-ой, не то. Да вода! Да пошел ты! Ха! Вот дурак, а! Ресурсами раскидывается. Не, слушай, дробаш, да. Хотя, вот, блин, я третий раз пошел в пещеру, и я не додумался взять с собой гранатомет. У меня есть ракетница, у меня есть гранатометы. Я не додумался взять гранатомет. Вот реально, я не додумался взять. Я только сейчас. Причем я. А почему туда? Это у меня не появлялся. Кстати, надо не забывать смотреть на потолок. А это у нас факел. Ну слушай, ради этого даже факел придется сделать. Посмотрите, как это, что это, где это? О, блин!
А пещерка-то все закончилась. Ну классно. Ну, сейчас сходим в другие пещерки. Мне нужно будет так и так их лутать. А, вот, сходим в другие пещерки тогда. Ну, чё, блин, я ж не повешусь на мантикору. Вот это всё. Где ты? Вот ты где. Утёса. Окей. Артефакт утёса. Переименовать. Фак. Утёса. Потому что нет такого слова утеса. Поняли? Все, кто не ставит букву ЙО. Поэтому я расставлю все точки над ЙО. Так, ладно. В любом случае, возвращаемся назад. Здесь было страшно. И мне нужно будет... Мне просто интересно, как назад возвращаться. Ага, вот. А, здесь голем у меня стоит, поэтому я не заметил входа. Точнее, выхода. Мне еще нужно будет по два артефакта каждого залутать. Вот, и... Нет, честно, я бы сейчас бы нырнул бы в воду, я бы нырнул бы проверить, но что-то я очкую, потому что она так выглядит, как будто не вода, и... Ну, и жопа. Вот, мне показалось, что это красненький. Криса, а мы с тобой не встречались, что ли? О, а я здесь даже не был. Классно. А давай посмотрим. А здесь же где-то еще должен быть дропик. Дропик, дропик. Дропик. Не иди ко мне, мне страшно. Ну, вообще, мне просто неохота, чтобы она меня отравила. А, не, погоди, слушай, они здесь заспавнились. Вот он, голем, которого я завалил. Они из спавнов заспавнились. Классно. Ну, классно теперь. Дурак! За спину-то! За что за спину-то, ты козел? Да в смысле? Подожди, да я в инвентаре пошарюсь. Нет, ничего нет. А у тебя? Я там что-то металлическое было. А, ну электрошок. У вас часто электрошок, кстати, в инвентарях. У богомолов электрошок в инвентарях. Кирки, инструменты, кстати, тоже это вполне такое нормально. Опа, чё? Вот они как, откуда они взялись. Их там еще несколько сейчас. Плохой пёсик. Плохой пёсик. Так, ну мне теперь интересно, откуда вы падаете. То есть вы здесь спавнитесь в скале, падаете вот сюда. Они, походу, типа спавнятся наружи. Снаружи. Падают сюда. Вон, 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 пёсик бежит. Чтоб тебе, козлы. Богоюзеры! Мать вашу! Богоюзеры все! Не надо в меня плевать! Там богомол плавал. Саблезуб плавал. Ползал. Не люблю богоюзеров! О, 92 левел, слушай, жесткая тварь. А! Иди нафиг! Иди нафиг! Да пошел ты! Ой, это было случайно. Слушай, ну вот так уже поинтереснее было. Еще бы голем мы бы не появлялись, и здесь не спавнились бы. Скримаки сраные. Облыли! Вот, возможно, дропик под водой где-нибудь может быть, да, но я не хочу. Я не хочу. Спасибо. Я не хочу. Ну вот так вот, да, реально, вот, вот так вот, когда мобы нормально спавнятся, и пещера поинтереснее стала. Окей. Что? Никого нет? Отлично. Погнали в пещеру. Так. Отлично. Это первая пещера. Вот здесь... Вот здесь жопа. В том плане, что мне придется сейчас бежать пешком до самого Талова. Это, пожалуй, самая теперь мной ненавистная пещера, потому что... Да, еще. Жара. О, спасение в пещере. Господи. От гипержары вот это прям кайф. Да. Кстати, я сделал... Факелочек. Давай посмотрим, как он выглядит. Так, только сделано так. Ну, типа черепочками обжбетованный. Ну, такое себе, честно. Так. Пошел ты. Смотрись, во, отлично. Я взял с собой гранатомет. Это не он. Я почти угадал по кнопке. Нажимал вслепую. Да, я взял гранатомет. Теперь мне эти козлы не страшны, почти не страшны, ну просто они будут сдыхать быстрее.
А, все так же страшно. Так, теперь бы вспомнить, как, что и где. Ну там, что там, что там. Окей, ну просто прыгать не будем. Смотрите. Писанные. Блёдки. О, добрый вечер. Вот, кстати, наш будет мегалония томить. Оп, но не здесь. А теперь легли, нацелились и голова. Еп, у, да ладно. Ох ты, собака живучая. Такого левел. Кстати, когда он перезаряжается, нужно это, от третьего лица вставать, чтобы это, обзор оружием не перекрывало. Не надо! Не надо там ко мне идти, я слышу вас. Че, меня уже глючит, что ли? Кажется, все возможно. Ага. Да-да-да, только тут собираться, если что. Так, не, все нормально, иду правильно. Слушай, погоди, а я может где-то... А, у меня телепорта нет, плашки. Может где-то здесь хотя бы можно было поставить, ну типа, чтобы не совсем уж далеко идти. Что-то об этом-то я не подумал. Ага, на мелкого лава была, отлично. Пошел-то. Нет, мы все прекрасно знаем, чьих это рук дело. Это выживанцев первых, выживанцев с этого, с операции, которые, собственно, перекочевали, частично перекочевали, те, которые выжили, на этот, на Extinction. Собственно, это вот они взорвали все вот это вот дело. Ну, у них был, конечно, честно, вот вариант, у них как-то что-то перебраться, но они решили, что им нужно вот так вот взорвать парк и тем самым перебраться туда. Так. Слушай, мне не нравится, что ты там тусуешься. Причем там, походу, ты не одна. Не, это текстуры, тут как бы уже точно ничего не сделаешь. Ну что, ланзай. Оп, отлично. А обратно туда прыгать. Дело на всякий случай, если что, вдруг что, но я офиг туда. Буду цепляться за жизнь обеими руками. Да, все-таки здесь поинтереснее, в том плане, что здесь ты хотя бы понимаешь, что если ты упадешь вниз, то ты только лошара и не вовремя достал крюкошку. А не так, что ты упал и все, ты потерял. Я не понимаю, зачем вообще нужно было изначально делать типа это. Чтоб можно было упасть и полностью умереть. Ну, типа, в чем логика? Вот здесь ты как бы вот с этой высоты падаешь вниз, ты не умираешь. А там ты умираешь. Жопа боли еще та потеря Богомола. О, а сейчас не заспавнился. А, блин, телепорта-то нет. Ай, блин, обидно. А, да ну, они все. Так, погнали в пещеру номер 2. Тут уже легче. Тут уже будет легче в том плане, что я просто тпхнусь. Тут вот. Пещера номер 2. Кстати, ну-ка, что там у тебя за рисунок теперь? Стоять, ёп, вы же за ногу. Иди, паника. О, динозаврик тот же вернулся. Здесь все легко и просто. Заходим, нажимаем, прожимаем. Артефакт. Полетели. Только нужно что? Правильно, взять в руки дробаш. И перезарядиться полностью. Хоп-хоп-хоп. Да пошел ты! Пензл. Че? Че, в смысле? Вы че, офигели что ли?
Не, ну здесь нигде нет, он нигде не забагался, ничего никак не. Да пошли вы. А что тут появился, а это не появился? Так мало времени, что ли, прошло? Так, ну теперь я что хочу сделать? Иди сюда. Иди сюда, Галимушка. Галимушка, иди сюда. Ай, ёшкин кот. Пяу! Почти! А, они же далеко. Ой, господи, эта хрень пролетела мимо меня. Я перестрался уже. Я могу. Я великий пересук. О, иди сюда. Уж тебя-то я-то ждал. Нете! Козел! Вот так надо с вами расправляться. Вот так я и хотел сделать. Но только потом я уже вспомнил, что можно было взять, а не тупить. С дробовика убивать, патроны тратить, которые я мог бы потратить на вас. Там баганая скотина там так сидит. Ну ты сиди там. Скотина баганая. Ага, точно, навес. Где же это? Расстояние небольшое. Навесик. В смысле, еще больше навес? А практикуемся в стрельбе. Не, короче, два варианта. Либо там в что-то попадаю, либо я не могу нащупать этот самый этот. Потому что я уже все попадаю, ну типа вот. Большая тушка, попробуй не попади. Или что, надо еще больше что-нибудь брать? Ну это уж совсем глупо, здесь расстояние такое большое. А, непонятная фигня. Не фиг с ним. Где артефакт? Дайте мне артефакт. Дайте мне артефакт. И здесь? Ну почему они все желтые, но артефакта нету, господи. Понятно. Задница. Задница. Слушай, ну нету здесь ничего. Почему я не мог попасть? И сейчас вот там тоже я по ним не попадаю. А! Не трава какая-то фигня. А артефактов все еще нету. Прикиньте, ну че вот это вот беспредел? А, гнида! Только что появился. Классно. Я. А, стоять. Да мало ли вдруг не запомнится. Ты че, вода что ли где-то? Так что бурши. Непонятненько. Вот такие вот дела. Ну что, в следующей серии уже пойдем мочить. Ну я думаю, еще тоже не заспавнилось, типа рано слишком. Кого? Мантикору пойдем мочить. Забыл, блин, кого пойдем мочить. Мантикорку! Ой, ёб твою ж за ногу, забыл, что я вверху поставил. Ну ладно. Ну, думаю, да, здесь еще рано. Ну, подожду здесь. А чё поделаешь? А... Кстати, заодно и проверим, рано или не рано. Сейчас будет прикол спавнить, короче, от тучи всего таких. Ага, нападают на меня, давай мочить, а я их туда. Слышишь, ты выжил, что ли? Жирный такой, что ли? Порзил. А где вообще он спавнится? Вот здесь? А, да, вот это здесь спавнится. Опача. Здрасте. Кто это там ко мне летит? Тотя, кто ко мне летит? Мне надо яркость вырубить. Гамму, точнее. Да, она должна здесь заспавниться, но еще рано. Я хочу найти голема. Я хочу бабахнуть по нему. Еще мне понравилось. Мочить их. Знаешь, когда они... Опача! Полетел. И не долетел. Когда они, знаешь, что-то ваншотуются, мне это нравится. В смысле? Слышь, дурная летучая мышь, ты откуда взялась? Козлы. Козлы, не так страшно, они козлы. А, дурной козел! Ты заплатишь за мои нервные клетки! На! А, да, я понимаю, вы тоже заплатите? Да! А, в смысле? Ух ты, какие везучие, ну и фиг с вами. Раз везучие, значит не убью. Ха! Я такой. Вот такие вот народ дела. Я подожду, пока он заспавнится. Но с вами уже буду на этом, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. В следующий раз пойдем на мантикорку. Да, мочить мантикор пойдем.
воевать, и все в таком. Ну а я уже с вами буду, пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, мне кажется, шириться моими видео со своими друзьями. Все, что пытается язык. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.